Шульга – це людина, яка краще володіє лівою рукою, аніж правою. Ліворукість – вроджена особливість людей, у яких права півкуля мозку домінує над лівою. Психологи говорять, що успішність не залежить від того, якою рукою частіше працює людина. А наскільки вільно лівші почувають себе в соціумі? Олена Міщенко – кореспондент бюро новин Миколаївської дирекції Суспільного. Шульга зі стажем. Вважає, що таким, як вона, в побуті постійно доводиться долати перепони і адаптуватися. Наприклад, стикаємося вперше – це вхідні двері. В основному всі стандартні двері – це вже коли людина для себе ставить щось, то вона може сказати, там, замовити двері, замок переставити на інший бік. А так, якщо всі стандартні двері, ми заходимо в будинок, вони всі під правшу. Та пані Олена не просто працює лівою і стикається з проблемами, як всі інші шульги. Вона займається рукоділлям. Свого часу її перевчали з лівої на праву руку, тому шити, в'язати, майструвати може обома руками. До того ж, займається лише тими видами рукоділля, де не обов'язково працювати правою рукою. Я займаюся в основному плетінням теж, спиці там без різниці, обидві руки працюють. Займаюся валянням частково, так як я починала ним займатися під праву руку. В принципі, що ліва, що права, там голкою, так як і вишивка, вишиваю я лівою рукою. Мені легше пропускати крізь тканину саме. Правою я тримаю пальця, а голку я тільки лівою рукою. Як бачимо, Шульга може адаптуватись під сучасний ритм життя. Та правда, що лівші більш схильні до творчості. Це та інші питання поставимо гостю в студії. Що, друзі, от ви побачили історію, тепер пропоную не гаяти ні хвилини і говорити із нашим психологом про цю тему. Анна Демірполат, сімейний психолог, арт-терапевт, є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Так, і зустрічаємо нашу гостю. Доброго ранку вам. Доброго ранку. От тема діти шульги, і просто люди шульги. От зараз до того ж навчальний рік скоро, якщо першокласник іде, у нього така от особливість, то дітки можуть інакше поставитись. От що робити, якщо у дитини виявили оце от ліворукість? В первую очередь, здесь очень много домыслов, да, про то, вот, кто такие левши, кто такие правши, чем они отличаются, и домыслы вот про то, что, наверное, левши – это какие-то особенные люди, но в этом есть определенный смысл, да, то, что, естественно, весь мир подстроен в большей степени на людей праворуких, да, мы правописание, то есть у нас все направлено в сторону права, как будто в левом прошлое, в право будущее, да, мы смотрим. То есть как бы так устроен мозг человека, и так в большинстве люди и пишут. Но человек, который левша, соответственно, он будет сталкиваться с определенными трудностями, под него мир не подстроен. Да? То есть вот с этим он будет сталкиваться. Но, как говорят на сегодня ученые, да, и вообще как наука показывает, что все-таки это особенность некая мозга. Да, то есть это как бы направленность вот такая вот, да, то есть как-то так устроен мозг, нейрокоррекционные психологи, клинические психологи вам могут прямо сказать детально, какая часть мозга, да, то есть функционирует немножечко по-другому. То есть она имеет некую такую вот особенность свою, да. Вот. И, соответственно, связи, которые проходят между правым полушарием и левым полушарием, то есть они немножечко не так проходят, как не так устанавливаются, как у праворуких людей. Mm-hmm. Да? Если кто, может, знает, то или слышали, сейчас очень много про это говорят, да, что непосредственно правая рука связана с левым полушарием, и левое полушарие у нас отвечает в большей степени за логику, за аналитику, за мышление, за цифратизацию каких-то образов, да, то есть оно что-то оценивает это полушарие, то, что оно уже видит, оно цифратизирует. Вербализация, говорение как бы связаны с этим, да? Тогда как левая рука, она связана с правым полушарием. Тогда говорят правополушарные люди, да? То есть, потому что правополушарие, оно больше связано с образным мышлением, с творческим мышлением, с видением все каких-то определенных образов, без цифратизации. То есть, смотрите, если бы у нас не было речи, например, да, мы бы не говорили, то как бы человек мог бы, да, то есть воспринимать мир.
только образами. Ну, то есть вот как раз как бы считается, что правое полушарие отвечает за образы. Однако тут все неоднозначно. Даже вот про вот такие вот размышления, что за что отвечает, потому что есть такие наблюдения научные, естественно, когда страдает определенная часть мозга, и как бы человек не мог бы, да, то есть, например, страдает логическое мышление, угу. пострадало левое полушарие. Но каким-то образом, даже если оно пострадало, части его нет, то происходит компенсация в правом полушарии. То есть человек все равно да, эти навыки добирает. То есть как бы и то та часть мозга могут друг друга компенсировать. Но здесь очень важно, на что обращать внимание. Лев, вот именно левшество. Во-первых, как понять, что левшество есть? Ну, во-первых, заметить, да, что ребенок действительно выбирает писать именно левой рукой. Самое первое, это, конечно, однозначно, что это ни в коем случае не нужно переучивать. Попробуйте дать, конечно, ребенку пописать там левой рукой, но ни в коем случае не нужно прикладывать усилия, чтобы это все менять. До речі, так, хотіла запитати, бо раніше от ліворукі вважали, що це якась патологія, і перевчили, переучували дітей на праву руку писати правою. От як це на психологічному рівні от на дитину впливає і потім на майбутнє людини просто? Нужно понимать, что так устроен мозг у ребенка, да, поэтому перестроить мозг с внешней стороны, когда мы пытаемся, да, то, соответственно, это психологическая нагрузка. Кроме того, что устроен мозг по-другому, это имеет свои какие-то некие особенности. Вот то, что ребенок пишет левой рукой, или такое левшество есть, да, у человека, это также иногда связано с таким, ну, это уже, как бы, скажем, более таким особенностью развития ребенка, как дислексия, например. То есть это когда ребенок не может хорошо воспринимать, обучаться, например, письму, обучаться чтению легко, да, у него замедлены все эти вот процессы, то есть он не воспринимает какие-то цифровые объекты легко, то есть ему это сложно, да, вот, и вот левшество, оно тоже с этим связано, и поэтому, когда ребенок и так имеет свои особенности развития, а тут ему еще добавляют то, что он должен как-то, да, переучиваться писать, это имеет последствия психологически очень тяжелые. Так, например, у меня есть такой пример из моей практики, это взрослый уже человек, женщина, когда в институте она занималась чертежами, да, то есть, и она могла все делать, и действительно, ее руку там и завязывали, и в детстве только что не делали, переучивали, ей приходилось, когда выходить и отвечать, да, и что-то чертить на аудиторию, то она брала вот этот вот плакат, да, то есть, она его брала, перед тем, как выступать, когда уже, то есть она выступала сначала правой рукой, потом она быстренько забирала его, она говорит, я бы шла в туалет, чтобы меня никто не видел, и левой рукой дописывала то, что мне нужно было, чтобы потом это представить на публику. Да, то есть представьте, какая сложность, то есть она левой рукой все равно могла делать все лучше. То есть это говорит о том, что это некая такая вот особенность, да, то есть то, что у нас вырабатывается физиологически, просто биологически мы так устроены. Поэтому здесь переучивать не имеет смысла. А чи можна бути ось, наприклад, леворукість набуту якоюсь, не обов'язково вроджену, а набуту, от, якщо повторювати? Может быть, да, что ребенок где-то видит, да, что кто-то там, кто-то писал тоже левой рукой, тоже начинает этим писать. Но главное, что родителю наблюдать, да, то есть наблюдать. Все равно предпочтение у ребенка, да, если где-то увидел, понимаете, предпочтение все равно формируется. Вот оно формируется, да. Например, у меня, собственно говоря, тоже левша ребенок, и когда я давала, предлагала ей варианты рисовать, писать, да, то что-то делаете правой рукой, она тихонечко все это начинала делать левой, да, то есть, вот, где-то было как-то видно, что правая тоже функционирует, но она не такая активная, эта рука была, да, поэтому заниматься этим специально, но, конечно, родители могут уделить это, но это дополнительные психологические трудности, лучше обратить внимание на более другие стороны левшей, которыми не обладают. На яким, так. Да. Ну вот, собственно говоря, обучаемость у левшей, она немного усложнена. Да, то есть они, вот как раз так, как мы говорим, что если уже есть такие научные предположения, что левша – это образное мышление, да, то, конечно, им сложнее воспринимать, обучаться, например, хорошему письму. Да, то есть грамотность у них будет также страдать. Очень часто у этих детей, если, например, заболевание как дислексия, то там дети вообще переставляют буквы местами, при этом считают, что это правильно записанное слово, да. Или, например, вместо буквы «и» они пишут «у». Собственно говоря, я тоже так, вот у меня не были такие в развитии, были особенности, поэтому могу тоже этим делиться, да. То есть они вместо каких-то букв «г» у них другую сторону, не зеркалят эти буквы, когда пишут. Когда они обучаются говорить, то это обычно дети запоздалые. То есть они не начинают рано говорить, они начинают чуть-чуть позже говорить. Расскажи далее, вот какие еще особенности есть и как с ними работать, вот, например, батькам.
то, что подмечают психологи, да, потому что с такими детками может, в принципе, где-то посмотреть такого ребенка может, если он плохо разговаривает, например, или поздно начинает говорить, можно обратиться к логопеду, можно обратиться к дефектологу, да, можно обратиться к психологу, собственно говоря. То есть это также, у таких деток есть такая особенность, ну, может быть, вот родители левшие замечали, да, что все-таки они более эмоциональны, они могут быть больше капризные, тревожные больше, вот такие вот, да, то есть это детки, которые с психикой немножечко не такие вот уверенные, да, но в связи с тем, что конкретно с ними такое часто может происходить, да, соответственно, обучаемость немножечко у них часто замедлена, то есть они не так быстро, может быть, при этом они очень могут быть талантливые, то есть интеллектуальное развитие у них абсолютно нормально, дети абсолютно нормальные, да, вот, но тем не менее, вот самоусваивание материала может быть не такое быстрое, замедленный такой у них процесс, потому что у них, в принципе, замедлены, можно пронаблюдать, что могут быть замедлены, не у всех, но, по крайней мере, есть такая, да, вот как тенденция, замедленные процессы, основные психические, это мышление, внимание, память, то есть вот прям чуть-чуть вот как замедленные, заторможенные. Таким деткам может быть также что-то даваться сложно, вот, например, грамотность я говорила, да, то есть у них могут не сильные быть успехи там в украинском языке, литературе, например, там, да, или зарубежном языке, литературе. Причем это может держаться на достаточно таком долгом периоде, потому что у них все идет более так вот замедленно, да. То есть они могут также медленнее обучаться языкам, например, иностранным. То есть люди, которые вот, да, то есть, ну, вот есть, то есть такие вот особенности. Вот, поэтому... Что делать родителям? Самое главное, вот да? Так вот, я с этим боролась. В первую очередь понять, что ваш ребенок имеет некую все-таки особенность развития, да, она связана с развитием мозга немножечко не так, как у всех, да, то есть вот, первое. Поэтому ребенок не может быть просто такой, как все, то есть ему нужен какой-то особенный свой подход, да, в чем заключаться будет этот свой подход. То есть, в принципе, вот именно в данных случаях все-таки есть такая рекомендация заниматься развитием ребенка пораньше. То есть вот здесь как раз какие-то там, да, мелкая моторика, вот эти все вещи у детей должны входить раньше. То есть какие-то игры, выстраивание, лепка, вот, да, все, что необходимо. В принципе, сегодня родители все этим занимаются, поэтому, в принципе, можно сказать, что левши имеют сегодня благодатную почву для развития, потому что сегодня раннее развитие очень развито, вот для них как раз это хорошо. Сегодня, ну, батьки занимаются, да, своими детками. Да, вот, потому что действительно им немножечко будет сложнее дальше, да. Что касается вот таких основных вещей, так, про что переживают родители, там, чтение, да, вот такие детки, они могут не сразу запоминать буквы, они будут читать там по слогам. Потом у них такая особенность чтения, что они могут вот воспринимать вот чтение, как бы догадываться, что там написано, образно слово целиком говорить, и, соответственно, теряют смысл. И потом им сложно понять смысл. Эти детки потом могут, в принципе, у них есть такая особенность, но это больше у дислексиков деток, да, но вот левши, они где-то рядышком каким-то, они не стоят, как вот дислексия, как уже как некий такой вот уже особенность, которая выделяет ее прям комплексная такая вот особенность развития ребенка, да, где очень много работы различной, там, связанной, различных там отклонений, да, которые могут быть в ребенке. То есть, ну, левша, вот он где-то рядышком может идти. Поэтому вот, например, чтение, тут родителям нужно понимать, что, ну, не начнет ваш ребенок бегло читать во втором классе или в третьем, да, вот будет он медленно читать. Тогда нужно уделить внимание, вот, может быть, где-то техники чтения, пусть медленно, но правильно, потому что у них очень есть желание быстро прочитать и образно, да, то есть эти детки мыслят образом. Потом это будет их особенность. То есть они компенсируют вот эту свою несостоятельность в этом, да, они компенсируют вот этим образным мышлением. Это те дети, которые будут видеть все целостно. Они будут видеть какие-то особенности, то есть, да, так как они воспринимают мир немножечко по-другому. Потому их называют бештворчими, так? Да, очень часто левша говорят, да, творческие, более творческие дети. Поэтому, если родители хотят с такими детками, чтобы они развивались, вот в темпы входили требованиями сегодняшней школы, да, то есть неимоверными, вот, то есть, то здесь родителю надо, например, не так толкать, может быть, ребенка, чтобы он читал, а быть рядом. То есть, ну, то есть, ну, то есть подталкивать, конечно, но быть рядом. Например, что может делать родитель? Он может читать книги вместе с ребенком, прочитывать ему материал. И, например, потом, когда прочитали, улавливать смыслы. Этим детям как раз вот и сложно концентрация внимания, вот она не такая, да, четкая. Вот, поэтому здесь родители могут вот поговорить как-то интересно, а что ты там как бы понял, да, из этого кусочка, который я прочитал. То есть читать книжки, слушать книжки таким детям очень хорошо. И здесь еще одна особенность про телевизор, интернет.
так как дети образные, они хватают очень быстро, то есть их мозг быстро улавливает образы и быстро над них подвисает. Телевизор, интернет – это как раз вот образы. И здесь очень легко у таких детей может формироваться зависимость еще легче, чем у других как бы, да, детей. Угу. Поэтому здесь, конечно, нужно уделять внимание, что если уже есть такой ребенок, да, то это, в принципе, рекомендация для всех родителей – поменьше телевизор, интернет. Но, скажем так, с детками левшами, то есть обратить внимание, что это, конечно, может быть, не надо там патологически выключать телевизор, интернет, но, тем не менее, какое-то вот ограничение, контроль этих вещей должен быть у родителей обязательно. Угу. Так, обов'язково да. Слідкуємо за цим, і взагалі просто працюємо з дітками, і не думаємо, що це якась патологія. Це звичайна норма, яку треба розвивати і просто слідкувати за цим. Причому потім, дійсно, є особливість, є така, ну, це не статистика, наблюдення більше, що дійсно дуже талантливі, навіть геніальні люди, да, то есть часто левша, но опять же, это такое вот наблюдение, больше статистических данных полностью не проводилось. Угу. Ось так. Тепер стільки інформації знаємо про це, про цих діток, от про особливість ліворуких дітей. Тепер знаємо, як це розвивати. Дякую вам. Нагадую, Анна Демірполат, психолог, була сьогодні в нашій студії, розказала нам всі факти, які варто знати про таких особливих діток. Ну, навіть не особливих, вони звичайні, да, просто особливість, особливості такої, да, скажімо. Невеличка особливість, яку треба розвивати і ні в якому разі не ламати. Так. Все, дякую вам.